Всем делом. Соль. Мефедрон. Такие тайники с наркотиками местные жители находят здесь каждый день. Люди бьют тревогу, говорят, их местность становится чуть ли не логовом наркоманов. Эта вещь я видел просто этих людей, у них глаза были стеклянные, они как зомби ходили за этой вещью. И мы как бы ловили здесь многих тех, кто приходил за закладками, и я вам скажу, честно говоря, нас это очень удивило. Здесь были практически представители всех профессий, различных государственных структур, даже правоохранительных. Мы ловили всех блогеров, известных людей, даже, ну, я не буду говорить на камере. О том, что здесь торгуют смертью, местные жители узнали просто благодаря своей внимательности. Сначала они заметили большое количество велосипедистов. Предположительно, они и являлись закладчиками. Затем в населенном пункте зачастились незнакомые местным жителям автомобили. Более 100 приезжих машин в день фиксируют активисты. Они говорят, сюда за наркотиками заезжают со всего Дагестана и даже из соседних регионов. Ну, один случай был такой, вот проверяли телефон на локацию, какая локация у него там, ну, чтобы знать, это кто, это просто проезжающий или он наркоман. И переписка есть, вот жена пишет, ребенку смесь купи, бутылку купи, а он отвечает, у меня денег нету. А он приехал сюда за несколько грамм дозы. Видимо, это около 20 тысяч стоит. Такая ситуация в родном селе не оставила равнодушными людей. Местный джамаат вышел на борьбу с наркоторговлей. На каждом въезде активисты установили блокпосты. И каждый вечер более 100 человек наблюдают и караулят приезжих. Такое недопустимо. Эту ситуацию надо донести до власти. Оставлять такое непозволительно. Эти люди-добровольцы устали сутками дежурить. Почему именно в этом поселке такая ситуация? Люди предполагают, все дело в логистике. На Кутан удобно заезжать с городов Дагестана и даже из соседних республик. Кроме того, здесь много заброшенных полей и лесов. Поддержать нас. Вот мы руками и ногами связаны, вот действуем по закону, лишнее не можем себе позволять. Они с оружием могут приехать, они как угодно могут приехать. Поэтому вот поддержка нужна. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Кумтыркалинский район.